Привет, хейтеры! А если точнее, все те люди, которые пишут подобный комментарий. Вывозит за счет макияжа. Боже. Ну вот сама доказала, что 95% ее красоты можно смыть. Это не очень, потому что только макияж делает красиво. Походу тоналки море. Ну пойдемте тогда смоем эту тонну штукатурки и море тоналки. И посмотрим мою Natural Beauty. Оп! Ай, больно. Чуть-чуть облысела, ну ладно. Оп! И вот такая вот я без макияжа. А, подождите, надо эффекты убрать. Оп! Такие дела. Не такая уж и страшненькая. Да, со своими минусами, со своими недочетами. Но никто не идеален. Факт. Я сейчас нахожусь в стадии лечения своей кожи. И это, я считаю, моя лучшая стадия. Потому что до этого даже тоналка не помогала. Я считаю так. Если у вас есть какие-то комплексы, минусы, недочеты, загоны, вы не должны зарываться в свою норку и думать, какая я страшная. Вы должны бороться со своими минусами и делать их плюсами. И любите себя таким, какой вы есть. Субтитры сначала, плиз, не забудь поставить лайк.